Парное катание. Кандидаты в мастера спорта. Произвольная программа. Разрешена разминка первой группе участников. На разминке. Валерия Хадыкина, Алексей Белкин, Москва. Вероника Меренкова, Даниль Галимов, Краснодарский край. Варвара Черемных, Даниил Бутенко, Москва. Кира Доможирова, Илья Вегера, Пермский край. Oh,
Внимание участников, до окончания разминки осталась 1 минута. Разминка закончена. Просьба спортсменов покинуть лед. Выступления в парном катании открывают Валерия Хадыкина, Алексей Белкин, Москва. Is this the fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Easy come, easy go, little high. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man. Thank you.
Валерия Хадыкина, Алексей Белкин. За произвольную программу Валерия Хадыкина, Алексей Белкин набирают 92,62 баллов. По сумме двух программ набирают 150,81 баллов. Для исполнения произвольной программы на старт приглашается Вероника Меренкова, Даниль Галимов. Краснодарский край. Thank you.
Вероника Меренкова, Даниль Галимов. За произвольную программу Камерникова Даниль Галимов набирают 111,11 баллов. По сумме двух программ набирают 170,69 баллов. И на данный момент спортсмены занимают первое место.
Для исполнения произвольной программы на старт приглашается Варвара Черемных, Даниил Бутенко, Москва. Варвара Черемных, Даниил Бутенко.
За произвольную программу Варвара Черемных, Даниил Бутенко набирают 116,15 баллов. По сумме двух программ набирают 177,20 баллов. И на данный момент спортсмены занимают первое место. Для исполнения произвольной программы на старт приглашается Кира Доможирова, Илья Вегера, Пермский край. Кира Доможирова, Илья Вегера.
За произвольную программу Кира Доможирова и Илья Вегера набирают 120,8 баллов. По сумме двух программ набирают 183,47 баллов и становятся победителями всероссийских соревнований «Сердце Сибири». Участники, зрители и гости наших соревнований. Начинается торжественная церемония награждения победителей и призеров всероссийских соревнований «Сердце Сибири» по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Парное катание. Звание победителей всероссийских соревнований «Сердце Сибири» получают Кира Доможирова, Илья Вегера, Пермский край. Второе место занимают Варвара Черемных, Даниил Бутенко, Москва. И бронзовыми призерами становятся Вероника Меренкова, Даниль Галимов, Краснодарский край. Награждение проводит генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Александр Ильич поздравляет победителей и вручает памятные медали соревнований и дипломы. Цветы и подарки победителям и призерам вручает главный судья соревнований Татьяна Шаркина. Почетный диплом и цветы вручаются тренеру победителей Павлу Слюсаренко.
уважаемые зрители, давайте еще раз поприветствуем победителей и призеров соревнований.